Перед нами находится здание Восточного мавзолея. Мавзолей построен в 30-х годах XIV века. Он был семейной усыпальницей знатного булгарского рода Бурашбеков. В начале XVIII века сооружение использовалось как христианский храм, церковь Святого Николая. Выйдя из мавзолея и повернув направо, вы выйдете к соборной мечети, а далее к памятному знаку, где представлен самый большой в мире печатный Коран. Повернув налево, вы выйдете к ханскому дворцу.